Итак, собственно, команды у нас на сцене. Прошу всех занять места, кроме капитанов, которые приглашаются на центр как раз этой самой киберспорт-арены для розыгрыша сторон. Естественно, сопровождаемый судьей. Сейчас будет сброс монетки и, собственно, некий случай, да, определит, кто же будет выбирать сторону. Выбирает Rush 3D. И судья показывает то, что DS Fish начнут за атаку, и Rush 3D, соответственно, за дефенс. Первая карта у нас сегодня будет D-Nuke. В общем, довольно интересная карта лично для меня. Для многих игроков, в общем, тоже является одним из таких символов нового Counter-Strike, вообще последнего Counter-Strike. И, конечно же, сейчас мы с вами, наверное, увидим битву, ну, не титанов, но, в принципе, довольно адекватных команд, которые, в принципе, любая из которых может показать хорошие результаты. Единственное, конечно же, в команде Rush 3D есть такие замечательные игроки, включая Поливанова, которые сегодня... Ну вот, если бы не было Поливанова, конечно, тогда, наверное, Rush 3D было бы гораздо сложнее. Но в этой команде есть этот игрок, который сегодня нам обязательно покажет что-нибудь новенькое. Ну, как каждый раз, собственно, да, это еще производит, ни одной, да, игры не было, чтобы я не одевал майку Поливанова и не убегал с ней просто вокруг форгейма бегать по кругу. Я думаю, что сегодня примерно будет то же самое. Сейчас вот игроки все зайдут на сервер, не хватает последнего 10-го игрока. Вторая карта у нас сегодня будет Dust 2, на которой вот там вот Поливанов, не Поливанов, вообще бы я ставить ни на кого не стал. Потому что напомню, собственно, что вообще сложно предугадать какие-то результаты 2, сегодняшнего Dust матча. Dust 2 — это карта, на которой можно творить абсолютно все, что угодно. Могут все команды против любых. Но единственное, конечно, если команды не классом, разница команд не в одном классе, допустим, да, а не в одной ступеньке, а вот в целом серьезном классе, то, конечно, наверное, бы можно было отдать предпочтение. В данном случае, если даже немножечко Rush 3D посильнее и выглядит поубедительнее в последнее время, то, судя по результатам, два проигрыша у команды Rush 3D, два проигрыша у команды DS Fish, и всего по 3 очка они принесли своим клубам. Поэтому, но, тем не менее, победа есть, как бы, да, ребята знают, что это такое, и не только в лиге. Но статистика, собственно, очень, да, люблю, да, это выражение, статистика штука упрямая, поэтому, в принципе, она выглядит именно так, что ничья у одной команды и у другой, именно по очкам, которые они заработали в Counter-Strike Source, поэтому думаю, что действительно нас что-то интересное ожидает. Ну что, делаем ресурсы. Еще немножко, да, еще один только момент. Нет, один момент, прошу прощения. Теперь все нормально, поменяли ники. Были немножко неправильные ники у одного из игрока DS Fish. Я думаю, судья обратил на это внимание, и, собственно, все в порядке. Игра пошла. Спасибо всем судьям, спасибо игрокам, спасибо зрителям, что вы сегодня здесь. Итак, первый раунд в атаке команды DS Fish. Посмотрим, что есть ли какие-то заготовки. Напомню, что первый раунд обычно бывает, ну, одни из наиболее интересных раундов, более подготовлены, так как от первого раунда зависит еще парочка. Тем не менее, смотрим, что происходит. Не спешат свои атаки DS Fish. Ну и интересный, кстати, дефенс у Rush 3D. Мы не будем, конечно, его рассказывать, каков он на самом деле. Пусть DS Fish сами как бы выясняют. Разброс сейчас был бомбплента А. И размен уже в пользу команды Death Fish. Очень уверенно они сейчас действуют, делают два фрага. И далее. Да, поставлена бомба. Да, Rush 3D решили немножко прооркадничать в сторону радио. Но были готовы к этому игроки Death Fish. Устанавливается бомба. Еще два фрага от Death Fish. Шабаганов и Горенков делают два хедшота. Метка стрельба остается промоу. И первый раунд остается за клубом Death Fish. Ну, в общем, похвальный раунд, отличное исполнение. Ну и, конечно, стрельба. Ребят, просто в данный момент не подвела. Здесь уже ничего не скажешь. Да, я думаю, стрельба здесь была одна из ключевых факторов. Ну, и, может быть, не сильно отработанный такой дефенс Rush 3D. Не часто увидишь, когда пару человек еще и на улице совалось. То есть как-то разбросанные игроки были Rush 3D. И послужило это как раз быстрому проходу на нижний бумплент, когда двое игроков просто-напросто... Были всего двое рядом с пятеркой DS Fish, который сделал фраги и побежал на сам бумплент. Ну вот еще здесь хорошо нам с вами было видно, как, конечно, дезинформировали собственную команду игроки команды Rush 3D. Сказали, что так называемую скрипку, то есть зеленую дверь, раскидывают. И, наверное, по информации оттягивались уже с рам, естественно, игроки команды Rush 3D, что, собственно, дестабилизировало полностью обстановку внутри коллектива. И, естественно, это привело к первым фрагам, а далее к взятию целого раунда. Фильмов делает первый фраг на улице. Сонин отвечает метким выстрелом
там же Гринкову. И 4 в 4 остаются команды. Менее DFT, естественно, есть преимущество. Преимущество в первую очередь вооружение. Поляков добавил еще и численное преимущество своей команде. Ответ от Самородова. Степанов еще один хедшот. Сравнивают составы. Шевчук делает преимущество одного игрока. Установлена уже бомба. И один в один. Степанов против Полякова. Вот, собственно, как бы и все. Такой размен. Последний, собственно, размен один за одним, как бы шел. И ввиду того, что первый фраг все-таки сделали Deathfish, соответственно, этот один за один размен привел к тому, что последний игрок живых остался именно команда из Воронежа. Что ж, 2-0, и нас ждет, собственно, еще один экономический раунд. Исполнение Rush 3D. Атака трехмерная. Причем быстрая трехмерная атака. Ну и давайте... Ну и давайте посмотрим, что сейчас будут демонстрировать оба коллектива. Что ж, не спешат, опять же, понимают, что неплохо стреляют из легкого вооружения, называемого пистолетом. Ребята из Rush 3D, и Deathfish действует максимально аккуратно. Да, такой вот сейчас затишье на карте. Идет стрельба, выход на рампы. И там делается два фрага команды Rush 3D. Три фрага. Преимущество одного игрока в Rush 3D. Выход продолжается. И, собственно, Шабаганов утвердил позиции своей команды на рампах. Два на два остались игроки. Времени еще достаточно. Можно бегать, собственно, и по всей карте. Проверять любые позиции, которые только найдутся. И потом, как только будет время, еще сделайте плент. Конечно же, привезет дополнительных денег. Нельзя не порадоваться, собственно, когда еще начинаются девать свои раунды. Прошу прощения, раунды с оружием, с тяжелым вооружением. Устанавливается бомб-плент на А. Знают об этом игроки Rush 3D. Интересно, позицию занимал Парамонов. Парамонов, да. Вот это неудача. Вот это вот называется действительно неудача. Долго он ждал и застрял, видимо, в двери. Не хотел выбегать просто так. Мог бы просто своему тиммейту помочь, но действительно застрял и никуда уже было не деться. 3-0, и начинаются такие полноценные раунды с полноценным вооружением. Посмотрим, будут ли так аккуратно действовать Deathfish или все-таки решаться на некие быстрые атаки. Тем более, это какая-то неожиданность. Попытали счастье сейчас на то, чтобы в пристройке бомбленту А сделать килл, но не получается. Не получается сделать на самом деле только фраг, но при этом атака разворачивается пока довольно удачно. В принципе, особых потерь у Deathfish пока нету, но Сонин из Rush 3D делает первый фраг, и Deathfish остается сейчас в меньшинстве, то есть вчетвером. Неаккуратно Гринков выходил из скрипучки. Ну, рисковал, немножко рисковал. С другой стороны, конечно, там, да, надо было либо... Дело такое обычное и вполне временами оправданное. Какой-нибудь отвлекающий маневр необходимо было сначала сделать. А тем временем меньше 50 секунд до конца раунда. Конечно, конечно, времени предостаточно, но время идет. И, конечно же, сейчас оно работает именно на коллектив Rush 3D. Парамонов делает фраг с ВП. Причем делает он его с улицы. Выход на бомбленд. Да, смотрите, отлично переводит сейчас спрей. Ой-ой-ой, что Шабаганов творит! Rush 3D надежный. Надежный в этот раз, надежно. И помог как бы своим АВП Поливанов и Парамонов. Да, насколько я помню, тоже так же из АВП стрелял. Справились. Посмотрим, как будет дальше происходить ситуация, но... Думаю, Deathfish-то... Может, и не ожидали как-то совсем, ну, несуразно как-то проатаковали по очереди. Решили отдаться также на бомбленд А выйти и, опять же, рассчитывали, наверное, на свою стрельбу. Ну, сложно сказать, что на что рассчитывали Deathfish. Отлично сейчас принимают ребят на рампах. Ну, да, сейчас действительно Rush 3D вот взялись, так сказать, за голову. Причем за голову своих соперников. Серьезно по ним прошлись. И что же будет дальше? Шабаганов. Один против всех. Нужно что-то делать, нужно делать фраги. Ох, сейчас была замечательная возможность, но Самородов завершает этот раунд, завершает его в пользу своей команды. Еще становится 3-2. Ну, в общем, вот видим с вами прекрасно,
на оружие сильнее, конечно, Rush-LD. Экономический раунд они взяли также без единого шанса для своих оппонентов. И, в принципе, могу предположить, что, в принципе, дальнейшая картина матча будет разворачиваться уже в пользу команды Rush-3D. Единственное, конечно, сколько побед смогут за атаку взять Deadfish, сказать тяжело. Но все-таки им, я думаю, немножко должно повезти для того, чтобы это произошло. Потому что Rush-3D не подарок. Не подарок. Абсолютно. Не подарок, но стрельба есть и, собственно, есть понимание игры. Само Deadfish. Вопрос, что только началась игра. И три раунда явно недостаточно для того, чтобы нормально, адекватно ее продолжать, несмотря на то, что есть явное преимущество у защищающейся стороны. Ну, а кроме того, не забываем, есть Поливанов еще, который сегодня еще ни разу, если так можно сказать, не выстрелил. А Парамонов промазал, промазал. За это сразу Горенковым был наказан. И в меньшинстве команды Rush-3D. По улице прошли игроки Deathfish. Были замечены, но грамотные действия Горенкова, который решил все-таки осветить улицы, помогают сейчас Deathfish проходить дальше. Два фрага от Степанова. Сонин делает третий фраг. Не замечают Сонина до сих пор. А сидит он. Наверное, не будем рассказывать. Ой, ну как же это вообще произошло? Как же это возможно? В большинстве сейчас находились игроки команды Deathfish и так просто, ну, безграмотно абсолютно зашли на бомбплент. А пытались там что-то сделать, конечно, здесь нужно было действовать. Действительно, очень странно, как бы действовали, могли забраться и на девятку, была свободная практически девятка. Если ой, бы, на самом деле, очень ну, много продолжений много, было. Тем более и время было, и преимущество в два игрока. Странно, что так действовали. Ну, попали. И не, ну и нельзя как бы не сказать, что игроки Rush-3D позадействовали взятию раунда. Сонин сделал прекрасных три фрага, Степанов помог ему. Точнее, Степанов делал первые фраги, Сонин продолжил. И Степанов, Аркадий сейчас делает первый фраг, но Поляков сразу его наказывает. Это 4 на 4. Филинов отвечает Сонину, делает из скрипучки хэдшот на и Rush-3D в очередной раз в меньшинстве. Нет, вот сравнивается ситуация 3 на 3. И в принципе у Deadfish есть отличный шанс взять раунд. Поливанов. Ок, сейчас все-таки добивает. 2 на 2 уже, 2 на 2. Минус Парамонов. Ой, сейчас Deadfish нужна очень-очень точная инфа о том, где кто находится из соперников. И, конечно же, сейчас им очень сильно бы помогло. Очень сильно помогло. Но не знаем, есть ли у них такая информация или нет. Очень напряженный момент, но, в принципе, еще больше 40 секунд до конца раунда. И поставлена бомба. Первый фраг от Шибаганова. Из девятки делает Филинов еще один фраг. А это тем временем экономический раунд был у Deadfish. Экономический раунд они сумели взять и выходят вперед. Ну, выходит вперед. Да, действительно, выходит вперед. 4-3. Прервали серию победных раундов в Rush-3D. И вот, собственно, да, диктовка. Диктовка Rush-3D, которая предполагалась Александром, не такая явная. По крайней мере, Deathfish, я с этим не согласен. Абсолютно не согласны. И готовы, конечно, с свержением. Но Парамонов в аркаде сейчас делает отличный фраг. И пропустили вот сейчас. Пропустили Парамонова. Забрал он оружие соперника. И с ним, конечно, уже может, так сказать, придумать что-нибудь интересное. А так как у его соперника было не что иное, как АВП. Допрыгался Поляков на радио. Ждал Степанов своего соперника. И экономический раунд Rush-3D такой приносит. Уже двойное преимущество, плюс два игрока. За Rush-3D выходил Поливанов проверить, как же там дела дальше на радио. И уже Филинов, Шевчук делает фраги, Парамонов. Вот с того самого справляется АВП. Только Шевчуком. И 2 на 2 ситуация. Самородов делает первый фраг. И Филинов. Филинов 1 в 2. Предполагает он, где находятся соперники, но соперников двое. Ох, не знал, где находится сейчас Самородов и Rush-3D. Теперь уже точно, абсолютно берут экономический раунд. Счет сравнивается, 4-4. Ну вот, собственно, та и самая борьба, которую прям все ожидают от игр, которые происходят на НПКЛ. Пустынные орлы просто во всей красе в Counter-Strike Source. Мы сейчас с вами опять наблюдали. Уже даже не знаю, удивляться этому или нет. В принципе, да того... нечего удивляться. Это как да. Раньше можно было удивляться русским диглам, да, вот... Скажем так, большая часть зарубежных игроков не понимали, как так русские игроки стреляют из Desert Eagle. Но стреляют в голову и быстро. Видели мы, что произошло сейчас в начале раунда. А не произошло... успела, правда, бомба добежать по ходу до бомбплента. И смотрите, но два игрока прыгали
Какой же разменчик интересный? Интересный, конечно, для Rush 3D, абсолютно интересный для Dead Fish. Потому что хотят, конечно, они выиграть. Причем, ну действительно, я удивлен такой игрой коллектива. И последний игрок команды Dead Fish, Шевчук, сейчас отправился на респаун вместе со всем своим коллективом покупать новое оружие для того, чтобы на рынок, да. Придумать что-то новое. Все пошли на рынок. Новое утро, новый день, как бы пора на рынок за новым вооружением. Тем более есть деньги. Счет 5-4, пока впереди Rush 3D. Ну что ж, посмотрим. Ну что ж, Dead Fish, может, какие-нибудь еще есть заготовки, кроме первого раунда. Пока что мы видели такое некое расшатывание обороны и попытки установки бомбплента на Б. Если не получается, то игроки Dead Fish идут на А. А здесь уже какие-то есть сложности. В основном сложности это АВП, команда Rush 3D. О, Поливана в аркаде, размен 1 на 1. И у Dead Fish есть замечательная возможность атаковать бомбленд Б, если, конечно, они захотят это сделать. Ну, или, конечно, предпринять какие-то другие действия. Напомню, что на карте, где, прошу прощения, в Counter-Strike Source, конечно, помощь на бомбленд Б оказывается гораздо быстрее и гораздо эффективнее, нежели в Counter-Strike 1.6. Поэтому здесь рампы, вот место, называемое рампой, можно просто отдавать, а дальше уже думать вообще, что делать дальше. Ну, есть подобные тактики в 1.6. Но они тяжелее гораздо. Да, гораздо тяжелее, и необходимо очень долго оттачивать как момент спуска пикишкам, одновременные выходы и прикрытие, да, вентиляция, чтобы... вентиляция, это очень, очень тяжело в 1.6. Здесь же гораздо все проще. Модельки двигаются гораздо быстрее, и придумать можно все намного-намного лучше. Но Dead Fish делает еще один фраг. Делает Сонин, нашпиговал своих соперников, но Горенков оказывается более точен в выбросе боевой гранаты. Ох, и Степанов делает важный-важный фраг в этом раунде. 14 секунд до бомплента. 2 в 2 остаются команды, встречаются в вентиляции Парамонов и Шабаганов. Степанов делает последний фраг. Ну, здесь под перекрестным огнем сейчас оказались игроки команды Dead Fish, и, конечно, в такой ситуации. Собственно, ну что, надо было попадать в голову. Надо было попадать в голову, и это все о том, как раз ты говорил, что быстро очень хелп идет на бомбленд Б. И так оно и произошло. Просто с двух сторон зажали игроки Rush 3D своих соперников и принесли шестой раунд свою копилку. 6-4. Все логично, все абсолютно логично. Как-то даже удивительно для меня, конечно, Dead Fish действует слишком хорошо. Я удивлен, ну, действительно приятно удивлен, что... Ну, как-то не доводят, знаешь, они до конца раунда, и вот такое ощущение, что есть некоторые заготовки, есть задумки, да, и ребята все-таки тренировались, но не успели их отыграть нормально. А может, не тренировались, может быть, целыми днями ничего не делали, а вот сейчас такой вот азарт проснулся, что играют просто, так сказать, просто на огромных эмоциях. Такое действительно иногда бывает. Ну, а сейчас у нас Парамонов раз, Поливанов два, и но команда Rush 3D, да. Экономический раунд Dead Fish сейчас демонстрирует, и Филинов делает два фрага. Но не помогает этой команде Dead Fish. И очередной, седьмой раунд копилки Rush 3D. Пока довольно ровно, в общем, протекает игра, на мой взгляд. Никаких особых, так сказать, изменений в игре ни одной или другой команды мы не видим. Хотя, опять же, еще раз отмечу, что Dead Fish, конечно, немножечко сейчас получше выглядит, нежели выглядели в прошлых играх. С другой стороны, статистика, еще раз напомню, по играм, в принципе, одинаковая. 3 очка принесла своему клубу одна команда и другая, поэтому... Ох, сейчас Парамонов не выпадает на бомбленте, а уже вышли игроки Dead Fish, это был Филинов. Со второго выстрела все-таки оказывается Парамонов более точен. О, Поливанов! Ну, это Поливанов, собственно, как бы, да, встревает со своим уже АВП. И 8-4. Поливанов сейчас в очередной раз просто сфотографировал, как называют в Counter-Strike игроки, своих оппонентов. Просто включение зум, включение приближения и мгновенный выстрел, причем не куда-нибудь, а сразу в голову оппонента. Просто на 5 баллов. Фотография на 5 с плюсом, на паспорт просто. На паспорт, на обложку, на все что угодно, мне кажется, это момент просто. Любой глянцевый журнал был бы доволен такой фотографией. Ну а тем временем Шевчук у нас ловит на аркаде Степанова. О. Просто спел сейчас Степанову. Да, Степанов решил проверить, что же там на радио. Очень часто Rush 3D атакуют именно вот эту позицию. Решили... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Филинов делает хедшот Поливанову, но
Предыдущие два игрока команды Death Fish были крайне неаккуратными. Рамонов тем не менее исправляют ситуацию Филинов. Рамонов просто ошибся глобально. Ну, может, он рассчитывал, что не будет подбирать автомат Калашникова господин Филинов. Но, тем не менее, Калашников был. Но это как в пословице. Доверяй, но проверяй. Доверяй, но проверяй. Рассчитывай, да. Но, конечно, нужно действовать в этой ситуации более надежно. Надежности не было, поэтому, конечно, Филинов просто не упустил свои шансы, сразу наказал своего соперника. Ситуация 2 в 2 неприятна для Rush 3D. Тут как ни крути. Можно с легкостью взять раунд, но Сонин, ох, как подобрался, хорошо. Сонин просто подобрался, очень, да, так аккуратно. Навел прицельчик так, и уже традиции. Знает, где его соперник находится. Мгновенно дошла информация до того. Странно, что соперник. Самородов не сразу оказывает помощь своему. Ох, я сейчас думаю, прям у Филинова был замечательный шанс. Самородов не знал, где находится соперником. Боком к нему сейчас находился, но успел вовремя привести прицел. Реакция. И, конечно, ну же, и, собственно, как бы, да, спас свою команду. Хотел, я не успел даже сказать, что зря Самородов один бегать по плантуа, мог бы помогать своему тиммейту выбивать соперника с Б, но оказалось, что правильно месте находился. В нужное время, в нужном месте находился Самородов и делает этот фраг. Важный фраг в раунде. Это последний. Это опыт, сказали бы игроки. Ну, опыт и, опять же, некая уверенность в своих тиммейтах, да, то, что один человек на бомбленте, там, Сонин, бегал, делал фраги, да, он исправлялся, собственно, самим бомблентом, не давал поставить бомбу, что крайне важно. Ну, на самом деле, по сути, по действиям Самородова, это просто была случайность. Он выбежал на бомблента боком своему сопернику, и тут краем глаза заметил, что он оказывается там. Ну, конечно, здесь повезло. Ну, уже, может, собирался и бежать на Б, но и а была информация. А тем временем у нас бомба поставлена, смотрите, какая у нас война здесь происходит на бомбленте Б. 3 на 3 сейчас ситуация. И далее, конечно, Rush 3D сейчас придется. Ой, как непросто. Горенков делает фраг. Поливанов в ответ. Пошел дальше. Но там двое игроков ждали в коротком. Филинов еще один фраг. И Поливанов делает последний фраг. Просто в очередной раз чуть-чуть не отличился. Уже достал свой знаменитый десерт игл. АВП тоже в кармане ждал своего часа. Но в итоге сделал первый фраг, сделал второй. Но в конце, конечно-таки, ему немножечко не хватило, может быть, информации, а может быть, не хватило просто, так сказать, немножечко везения, как это всегда бывает с этим игроком. Но в итоге попытка удачная, как говорят игроки, опять же, в Counter-Strike, nice try, хорошая попыточка. И 9-5. То есть последний раунд. Мы сейчас наблюдаем, Парамонов делает фраг на улице, минус Филинов. И так как это последний раунд, в любом случае закупка будет максимальная. Знают об этом все игроки. Если не хватает на автоматы Калашникова, на кольте или на что-то еще, конечно, будут покупать все, что есть. Все, гранаты, что есть, да. Да. Можно даже Night Vision купить, если есть деньги. Если, конечно, это нужно, конечно. И с дробовиками уже бегать по карте. В это время размен 1 на 1, прям раз 3D в очередной раунд уже просто в атаку бежит. Наверное, просто, опять же, хочет донести до своих тиммейтов, до своих напарников, где находится противник. Первый бегущий, естественно, дает основную информацию. Поливанов делает фраг, Парамонов добавляет. Еще фраг вдвоем игроки сдерживают выход по улице. И десятый раунд. Десятый раунд остается за командой Rush 3D. С одной потерей. 10-5. Довольно уверенно, довольно все логично. 10-5, тем не менее, конечно, счет удовлетворительный для Dead Fish. Вполне удовлетворительный. Ну, удовлетворительный, даже исходя не только для Dead Fish, а исходя из карты Денюк, где некое все-таки преимущество имеет дефенс. Так что здесь, да, сейчас как показали неплохую стрельбу. Тут другой момент, как будут АВП команды Rush 3D, я имею в виду Парамонова и Поливанова, действовать в атаке. Вполне возможно, эта связка, да и Сонин, я думаю, уверен, будет помогать. Спокойно может проходить по улице, независимо, сколько там будет народу сдерживаться. Ну, конечно, карта Денюк — это не карта АВП, поэтому вот Dust 2 — это совершенно другое дело. Там-то глобальные преимущества этого оружия, но за атаку здесь, конечно, действовать с АВП довольно тяжело. Но, опять же, Поливанов — это Поливанов, за атаку, не за атаку. Игрок умеет показывать класс, так что, конечно, от его АВП будет зависеть также много. Ну что, давайте поаплодируем командам, и начинается вторая сторона первой карты нашего замечательного матча Rush 3D против команды Dead Fish. Первый раунд очень важен в первую очередь для
тест фиш. В первую очередь, конечно. Ни в коем случае нельзя проигрывать. Ну и, конечно, даже ни в коем случае, но очень. И еще раз очень нежелательно, потому что все-таки. Если взять первый раунд, то считайте, 2-3 раунда будет у вас уже в копилке, а это определенный задел на приятный результат для этого коллектива. Конечно, не устраивает такие расклады команду Rush 3D. Пошла атака команды Rush 3D. Ого, быстрый выход. Смотрите, что происходит. Подождали. Тут же быстрый выход на бомб плента. Тут два фрага. Останавливается бомба. И Горенков в ответ сразу. Отлично. Парень действует. Третий фраг. Третий хедшот же делает Горенков. Самородов ответ. И один Парамонов. 1-2. Ох, что делать в такой ситуации? Да, знает, что делать Парамонов в такой ситуации. Диффузящего игрока останавливают. Странно, что не слышали своего соперника. И игроки команды вперед раунд. Ну что же, все аплодисменты, правильно, срываются аплодисменты в сторону Парамонова. Очень отлично даже так действовал. Хладнокровно действовал этот игрок в первом раунде. Не побоялся обижать полкарты, добежать до девятки и все-таки сделать хэдшот сначала одному игроку, потом другому. Горенков был хорош, конечно, в первом раунде. Вообще вся задумка. Спас команду практически, практически. По очереди команды спасали друг друга, но в итоге, конечно, Rush 3D силами Парамонова, которого вы никак не ожидали увидеть на 9, просто абсолютно. Хотя игроки очень логично это было, но тем не менее. Ну, нужно было, конечно, что-то смотреть. Не было абсолютно информации о том, где находится игрок. И как результат 1-0. Ну были и как шансы, дополнительная ошибка, которую стоит подумать игрокам DSFish, это двое игроков находились на бомб-пленте, и один должен был сразу дефьюзить. А он решил дефьюзить, а потом отпустить. Ну, вот как бы вот а эти все моменты. Смотри, какой размен у команды DSFish. Они четверых игроков уже ликвидируют. И остается последний Парамонов. 1-3. Опять в одиношеньке Парамонов. Вот, DSFish сейчас могут действительно взять этот раунд. Нужно им действовать просто аккуратно. Ни в коем случае, так сказать, не демонстрировать индивидуальные способности, потому что, Хедшоты вот дает Парамонов как бы спокойно, конечно. Силен, но Шевчук, отличный фраг. Вот, пожалуйста, вам индивидуальный опыт, индивидуальное мастерство. И 1-1. Экономический раунд Rush 3D просто провалили. А вы знаете почему? Мне кажется, потому что первый раз за долгое время игрок команды Rush 3D Поливанов написал свою фамилию английскими буквами. Вот я за три тура такое ни разу не видел, и сегодня он Поливанов латинскими буквами и Rush 3D как-то. Ну опять, чтобы не отличаться от всей своей команды, конечно, такое косвенное влияние это имеет на игру, тем не менее. Да нет, факт остается фактом. Факт остается фактом, да, вот сейчас, который уже экономический раунд проигрывает команда Rush 3D. Видит Горенков, игроков сейчас прыгающим по желтой бочке, спускающимся к пристройке. Пытался не дать этого сделать, но чуть-чуть не хватило меткости в стрельбе. И получается команда Rush 3D занять улицу. Но сейчас вот-вот-вот отличный шанс у Rush 3D. Да, Степанов реализовал преимущество. Догадал Шабаганова неосторожно. Три ствола сейчас стреляются. Так сказать, доставшего гранату. И ох, ох, смотрите, в ответ просто. Отличный ответ команды Rush 3D. Очередной раз пустынные орлы во всей красе и в исполнении российских команд, российских игроков. Даже нет слов, ошибка просто уникальная сейчас была у игроков DSFish. То с одной, то с другой стороны, и, конечно же, здесь абсолютно сказать нечего. Потому что счет 2-1, как будто, в общем, не было ошибки со стороны команды Rush 3D. Сейчас мы, наверное, увидим очередной экономический раунд, где... Посмотрим, кто его возьмет еще, да, не будем загадывать абсолютно точно. Тем не менее, что произошло в предыдущем раунде. Команда Rush 3D сделала фраг на улице и заняла ее. А по очереди игроки DSFish решили проверить, так ли это. А это было действительно так. И стрелялись так, как они по очереди, а все вместе с диглов. Команда, имею в виду, Rush 3D... Не то, что метка, да, но там уже просто процент попадания очень большой, как бы, из-за того, что очень много пуль летит. И берут. Взяли второй раунд. Экономический раунд для себя команда Rush 3D. Ну и берут, сейчас, конечно же, и следующий раунд уже совершенно спокойно. Ну, насчет, конечно же, я бы, наверное, Вань, думаю, ты поспешил. Потому что были шансы, но Rush 3D в этом раунде мне очень понравилось, как они действовали. Потому что они не стали придумывать вот какие-то такие, знаете, ползать по карте, что-то придумывать. Они просто бежали на бомб-плента. С
с гранатами туда занесли и сказали: ребят, все, это наш бомб-плент, а вы давайте уже попробуйте, на нас выходите. Выбивайте нас со своими деблами, у вас нет гранат, тем более. Не двигались вообще, не совершали ошибок, и как результат, конечно, 3-1 в их пользу. И как, счет... собственно, основное, это преимущество. Ой-ой-ой-ой-ой, Чейнсу, что творит на выходе на рампы, Филинов делает еще один фраг, остается только Самородов. О май гад, в такой ситуации сказать абсолютно нечего, что это было? Это в топ-5 точно попадает, я уверен, как бы, такая встреча игроков. Байшевчук, молодец, молодец. Вы видели бы сейчас, как у меня, так сказать... Округлялись глаза с каждым фрагом просто, который творил Шевчук, потому что это было что-то поистине невероятное. Ну да, сейчас действительно комментарии идут в сторону этого игрока о том, что действительно это было очень и очень здорово. Я думаю, очередной мувик, очередной серия красивых фрагов для муви, так сказать, БКР, да, который, несомненно, я уверен, будет. Это будет присутствовать. И это, конечно, нужно видеть. Даже не знаю, может быть, это деморализует сейчас команду Rush 3D? Ну, по крайней мере, очень наверняка может поднять мораль команды Death Fish. 13-7, кстати, тем временем-то. Rush 3D впереди. И Самородов. Ой-ой-ой. Самородов, как... отличный фраг. Отличный выход сейчас был на бомб плента. Такой прям перед флеш-гранат. Самородов делает еще один фраг. И как... опять Шевчук вступает дело. Два фрага в ответ. Сравнивает составы. Ох, не советовал бы я, конечно, Dead Fish вообще проигрывать карту Денюк, потому что на Дасте, мне кажется, посложнее будет. Все-таки у Rush 3D потрясающий АВП. Там, конечно, тяжеловато. Нужно сейчас карту Денюк выигрывать и уже... Ох, смотри, что происходит, смотрите, как Горенков зашел в скрипучку. Вот так нужно действовать. Тем временем с девятки делает минус Сонин. И остается один Парамонов, который, сделав два фрага, не смог справиться с Поляковым, который все-таки находит устройство. Я так полагаю, что все-таки угадает комбинацию. Да, он угадал комбинацию. И бомба разминирована. Молодец, Поляков. И вот такой вот серия разменов. Ну, как бы, на самом деле, молодцы. Здесь Горенков и опять Шевчук. Да? Шевчук, все правильно. Я уже думал, спутал фамилию. 3-3 сейчас за дефенс играет Death Fish. И общий счет 13-8 становится. Отлично. А вроде так все неплохо начиналось. До команды Rush 3D сделали первый фраг, такие... установили бомбу. Такие качели прям происходят абсолютно непонятно. Если даже там первые два фрага делают вначале раунда за одной из команд, это вообще абсолютно ничего не значит. Все меняется просто буквально на глазах. Ну вот и, пожалуйста, и уже в роли догоняющего сейчас, так сказать, в роли... младшего брата сейчас выступает команда Rush 3D. А вроде бы только что были абсолютными лидерами. Сейчас, конечно, им гораздо тяжелее, но Поливанов отличный фраг. В очередной раз из этого это просто жуткого проверял. Оружия десерт тыгал. Жуткого но оружия. Вот, скажу честно, будь это 1-6, Филинов бы его уже давно кильнул. Ну да. Ну, Таша все-таки видел он ноги своего соперника, но вот как бы не решался заспрейить. Тем более, могло это только как-то, не знаю, усугубить ситуацию. Ждал, наверное, выхода всех остальных игроков. И не... не знаю, экономил патроны для них. Ну, а Поливанов точен просто в очередной раз. И теперь Rush 3D... А, 4-4 у нас ситуация. И Rush 3D... На... Сонин делает фраг. Сразу Горенков за ним из АВП. Горенков. И Степанов 1-3. Находит сейчас его оппонента. И Dead Fish берет все-таки этот... нужный им, очень нужный, очень нужный раунд. Раунд. Действительно, очень нужный, очень важный раунд. И не дай бог бы они отдали 7-й раунд за дефенс, который только что закончился. Был бы, ситуация была бы намного сложнее. И почти наверняка борьбу бы они даже не смогли бы навязать. Так как здесь уже вступает в свою силу экономика. Да и потом уже моральная составляющая, которая явно была бы сломлена после столь, на самом деле, тяжело взятых раундов предыдущих. Отдать один, который, ну, практически уже был свой, нельзя было. Ну вот у нас разведка происходит на бомб-пленте А. 2-2 сейчас остаются команды. Вот преимущество за Dead Fish теперь по фрагам. И Поливанов 1-2. Attention. Будьте внимательны. Как-то тут... очень много разменов произошло в этом раунде. Даже не успел обратить какой-то замес, да? Вот прям выход на бомб-пленте А. Куча патрон. И сейчас Поливанов будет опять придумывать что-то вот своего стиля. Время у него есть, а придумывать парень умеет.
Сейчас будет что-то действительно достанет. Пьяный опять. Мастер, какая пьяная да. обезьяна. Пьяная обезьяна, нет, это как обезьяна с гранатой, не надо. Достанет опять какой-нибудь ЭВП тайный, который находится у него в кармане, и начнет просто во все стороны свинцом раскидываться. Ну, посмотрим. 37 секунд до конца этого раунда. Времени предостаточно. Так сказать, придумай поливаться, что хочешь. Валяется на самом бумпленте. И все игроки об этом знают, без сомнения. Ой-ой-ой! Поливанов раз, и что делать в такой ситуации? Что делать в такой ситуации? Я думаю, Поляков себя накажет за то, что у него слишком много пальцев, и он нажал снятие глушителя. Ну вот, знают игроки примерное местонахождение друг друга, и вы знаете, ну, это уже не смешно вообще, что сейчас происходит, потому что... Ну вот, Парамонов знает уже и пишет Поливанов вин в очередной раз, действительно... Спокойствием, совершенным спокойствием. В такой ситуации, вы знаете, когда вроде бы все уже игроки держали под контролем первую и вторую точку. И из первой точки появляется тот самый Поливанов, о котором мы говорили. Предупреждали в очередной раз игроков команды DeadFish. Будьте аккуратны, пожалуйста. Но хотелось бы, конечно, отметить вот это досадное недоразумение Полякова. Я думаю, при просмотре демозаписи ребята это увидят. Вышел и заметил раньше Поляков своего соперника, но совершенно случайно нажал... снятие глушителя. Поливанов вообще как кенгуру там выпрыгнул вот эти вот своими зигзагами, но в это время DeadFish, смотри, не сдается. И Парамонов в этот раз. Теперь выход Парамонова, пожалуйста, 1-3. Что ну, вы сможете сударь сделать? Сложнее у Парамонова. А? Бомба также отдана сопернику, который сможет ее наблюдать воочию и контролировать, соответственно. Счет, тем не менее, 14-9. Парамонов может как сделать ничью для своей команды, а может немножко отсрочить этот момент. Если дальше эта команда продолжит брать раунд, естественно. Пока же ситуация... Так, ну, неопределенности. Ситуация. Заметили Поляков своего соперника, который спускался по рампам на бомплен Б. Ох, и сейчас DeadFish. Встречает делает. Шевчук под девяткой своего соперника. Метких несколько выстрелов, почти все в голову. Последний патрон уж точно. И 14-9 становится общий счет. Да, по-моему, 14-10 уже даже общий счет становится. Прошу прощения, да, 14-9 только что был. И в такой ситуации, кстати, вот по поводу турнирной таблицы, это очень важный момент. А, в принципе, шансов у DeadFish гораздо меньше все-таки выйти в плей-офф. Есть, определились уже... так сказать, два лидера в группе B, Force и iSports. И для того, чтобы как-то конкурировать с этими титанами, нужно сейчас команде Rush 3D, ну, просто брать 6 очков и с 17 очками они уже могут что-то придумать против своего соперника. А для команды DeadFish еще гораздо плачевнее. Они еще на 3 очка отстают. Поэтому, конечно, им, в свою очередь, 6 очков. Ну, не как воздух, как... Я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, да, просто как кровь как в организме взять, человека нужна. Взять этих еще шести очков для команды Rush 3D. И по итогам, может быть, 10 очков за эту встречу. Это не сравняет, конечно, их с iSports, но... Побороться можно, побороться дает неплохие можно. Шансы. Действительно, дает неплохие шансы команде Rush 3D на выход в плей-офф. Так как в iSports еще одна игра и у Rush 3D еще одна игра в запасе. Да, ну давайте в любом случае посмотрим, что у нас сейчас будет. Пока DeadFish молодцы, умело они отыгрываются. 14-11 тем временем счет. И вы знаете, вот если такая тенденция продолжится, а то, ну почему-то не стал бы я на победу одной из команд ставить, может быть, на овертайм. Ну, да, на овертаймы. Рано еще. Действительно, рано. Тем более развитие событий у нас как бы просто кидает из одной стороны в другую. И сейчас Rush 3D, ой, как аккуратно, прям по миллиметрам вымеряют сейчас линеечку. Вот. Линеечку купили. Давно они взяли 14 раундов, и вот не совсем чуть-чуть не хватает до взятия карты. Поэтому последние раунды действительно стараются действовать очень аккуратно и стараются без ошибок выполнять все. Но тем не менее, Шевчук раз. Шевчук в очередной раз очень здорово отыгрывает вторую сторону. Очень много было дыма. Но Парамонов со Степановым наконец делают первые два фрага, очень важные. Парамонов еще один фраг за Парамоновым. Еще минус Горенков. И Филинов и Шабаганов остаются. Ох, сейчас такая ситуация у нас произошла на девятке. Парамонов выходит из него победителем. И Rush 3D все-таки зарабатывает пока ничью. Но это еще, напомним, не все. Действительно, не все. И все-таки соперники команды DeadFish
Рыба хоть и мертвая, но боевая. Боевая не то слово, уже ребята и так отыгрывают на просто отличную четверочку. И сейчас, конечно, ну что, нужно просто собраться и взять 4 раунда подряд. Им это вполне по силам, если, конечно, сейчас клуб Rush 3D просто локомотивом не принесется по комплекту А, что в принципе они сейчас и делают. Происходит, да, хоть и задержался много поливанов на выходе. Комплекту Шевчук все-таки делает свой стандартный фраг. Да, это просто как минимум, да, стандартный парень. Фраг с гранатой Большевчук. Но Rush 3D не сдается, еще один фраг за ними, еще один и остается Шевчук. Ох, знаем мы, где он находится. Поставлена бомба, и Самородов. Очень много людей контролировало девятку. Победу приносит своей команде. Счет 6-6 и 16-1. Стёпчий счет. Поздравляем. Rush 3D. Покроемся взятием карты Денюк.